Красочные шоу, дискотеки, концерты и зимние забавы на любой вкус. В самых известных парках столицы официально открывается сезон катания на коньках. Главная ледовая площадка в парке Горького. Там одновременно могут кататься 6 тысяч человек. В этом году ее оформили в индустриальном стиле. У входа фабричная труба, пункты проката напоминают цеха. Освещает все это неоновая конвейерная лента. Оценить необычный дизайн во всем его великолепии можно будет уже этим вечером. Концерт на льду будет идти до полуночи. Первых посетителей сегодня также ждут на катке в Сокольниках. Тех, кто пока с коньками на «вы», обучать будут профессиональные фигуристы. Лед искусственный, так что не растает даже в сильный плюс. Впрочем, уже на следующей неделе в Москве обещают совсем зимнюю погоду.